запомнить то, что я говорю, и потом воспроизвести еще пошире, потому что место сейчас будет нужно. У каждого человека есть свой домик. Ну-ка, каждый свой домик вот так очертил. Ну-ка, свой домик, чтоб только по лицу никому не попасть. Ой. Отлично. Ну и первое наше коленце – качелька. А качелька у нас может застревать, да, вот здесь? Или перекувыркиваться? Оп! А пружинку кто забивает? Че, у тебя ноги деревянные, ну-ка пружиночку не забывай. А ножки поуже? Поуже чуть-чуть. Следующее коленце у нас креста. Маленький крестик. И большой крестик. Чередуем. Качелька. Оп. Креста. Оп, оп, оп. А я смотрю, кто интереснее придумает, да, потому что можно чередовать. Оп, оп. Следующее коленце. Такие нолики или по-другому живороночки. Оп, оп. А теперь маленький живороночек, как будто комочек лепим. И можно комочек слепить. О, и выкинуть его туда. Оп. И снова живороночка покрутить большого. Оп, 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 оп. А теперь рогача. Мальчишки вот так вот кулаки показывают. А девчоночки могут здесь вот красиво, да, такие как рожки показывать, такие шевелящиеся. Кому какая ассоциация придет? Пружиночку не забывать. Хорошо, рогача запомнили? А теперь делаем бузовочку. Бузовочка, значит, скруточка такая. Может вот так вот, мужики, да, они же сильные мужики. Во, кулаками могут. А девочки красивенько вот так вот. Мне, конечно, плохо, наверное, получается как показать, как девочки делают. Но они так воображают, понравиться хотят. А мужчины, во, силу показывают, могучесть свою. Рогача, я проверяю. Рогача. Качелька! Оп! Оп! Креста! Жавороночек! Оп! Оп! Бузовка! Отлично, отлично! Бузовка, где бузовочка?